Основные работы в рамках субботника запланированы на пляжах от Малого Утриша до Бугасской косы, где выброшенный морем мусор будет собран в мешки для последующего вывоза спецтранспортом. Работы пройдут и в детском парке, а также на улицах Ленина, Парковой, Объездной, Симферопольском шоссе, на Дворовых и прилегающих к ним территориях. В городе участникам экологической акции предстоит очистить газоны от сорняков, покосить траву, привести в порядок прибордюрную часть дороги и собрать мусор.